У коррупции нет будущего. Именно такой посыл заложила в тематический ролик наша коллега Кристина Арианс. Ведущая программы «Сирена» на телеканале «Бобруйск 360» за 1,5 минуты раскрыла обратную сторону медали и показала, что остается с матерями, женами и детьми, когда сын, муж и отец за взятку попадают в тюрьму. Когда перспективного, талантливого сына садят в тюрьму за взятку, вся семья, дети, жена, родители остаются одни на долгие годы. Эта короткометражка до глубины души затронула Генпрокуратуру страны и в национальном этапе среди более чем 800 работ заняла первое место. Всего же на международный конкурс социальной антикоррупционной рекламы было заявлено 22 тысячи роликов, но и здесь постановка сотрудника медиахолдинга «Бобруйское житё» стала лидером. Награждение нашей коллеги прошло сегодня в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Буквально несколько минут я получила награду из рук Генерального прокурора Российской Федерации за лучший ролик антикоррупционной рекламы. Нам есть чем гордиться, белорусы, Бобруйск. Напомню, за победу боролись участники до 35 лет. Это учащиеся, студенты, работники СМИ и учреждений образования из Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, России, ЮАР, Кыргызстана, Бразилии и Таджикистана. Несмотря на географическое положение, каждый из них солидарен. С коррупцией нужно бороться. Но пока же в нашей стране ежегодно фиксируют около 2000 коррупционных преступлений. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.